Я увожу к отверженным селениям. Я увожу сквозь вековечный стон. Я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен. Я полнотой всезнания, высшей силой и первую любовью однажды сотворен. Древнее меня лишь вечные создания. И с этой вечностью пребуду наравне. Входящие сюда, оставьте упование. Тринити колледж, Дублин. Вы прослушали эти прекрасные строки. Кто ответит, почему ад Данте по-прежнему актуален в наши дни? Или мне оставить упование? Лоуренс? Потому что он создал ад. Да. Да, вернее, он его представил. Он поделился с нами вариантом человеческого опыта и отношения к собственному существованию, к своим грехам, к своей смертности. Вы приходите сюда, чтобы раствориться в классике и получить вдохновение от мастеров. Но, помимо всего прочего, попытаться обнаружить смысл в собственном нисхождении в преисподнюю. Что ж, а теперь, вместо обычного критического анализа, все присутствующие обязаны сдать мне альтернативную поэтическую конструкцию ада Данте Алигьери. Собственную. Вашу борьбу, ваши страхи, даже ваши грехи, какими бы они ни были. А, ну да. Это к понедельнику. Удачи и до встречи. Пока. Спасибо. Понравилось? Да неужели? О, привет, Сьюзан. Самый продвинутый профессор из всех? Не переживай, я не стану отбирать у тебя этот титул. Я не публиковала книгу, так воспользуйся этим. Да брось, уже на следующей неделе они обо всем забудут. У меня сегодня ужин для ректората. Избранные профессора. Я буду рада тебе. Сегодня я не могу. У меня планы, прости. Ах, планы. Угу. В смысле, ты останешься дома проверять контрольные? Ну, не совсем. Повеселись. Взаимно. Вы бы не могли меня подвести, профессор? Ты там что, спишь? Нет. Еще нет. Ты так вкусно пахнешь. Я бы осталась лежать вот так навсегда. Замерла и больше не двигалась. Боюсь, мой издатель будет этим недоволен. У него есть другие писатели. Ничего, переживет. Ты могла бы не ходить в универ. Я была бы не против. Ты не против? Нет. Перестали бы заниматься сексом? Ради этого стоит подвигаться.
знаешь, сколько мы вместе? Я не знаю. Примерно год? 13 месяцев. 13 месяцев? Угу. И никто не знает. И что? Ты любишь меня, Сэмюэл? Что за безумный вопрос? Не смейся, я говорю серьезно. Ну, я... Признайся. Если бы ты любил, то наверняка не скрывал бы того, что мы вместе. Нет. Но тогда нас по всему университету ходили бы сплетни. Ты этого хочешь? Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я тоже. Пообещай, что будешь любить меня вечно. Вот как. Хорошо? Скажи это. Я обещаю. Нет, не так. Скажи это. Обещаю. Буду любить тебя вечно. Привет. Здравствуй. Кс-кс-кс. Есть хочешь? Ты все еще меня любишь? Прости, Инна. Детка, закончилась кошачья еда, так что на обратном пути прихватим еды на вынос. О боже, боже мой, что ты наделала? Боже, детка, зачем? Беатрис, Беатрис, очнись! Держись, держись, держись! Держись! Детка! Детка, что ты наделала? Черт! Твою ж мать! Что ты наделала, Беатрис? Давай же, очнись! Давай! Кристофер Ллойд. Мотивом романа Хосе Карлоса Самосы «Дама номер 13».
Автор сценария – Жауме Балагуэро и Фернандо Наварро. Режиссер – Жауме Балагуэро. Год спустя. На вот. Угощайся. Я знаю, но это же отсылка, я говорю об этом. Да, это лишь первый набросок. Так вы справитесь? Да, конечно, я с вами свяжусь. Привет. Больше не надеялась тебя здесь увидеть. Ну, наверняка некоторым понравился бы такой поворот. Я так не думаю. Как ты? А приглашение на ужин еще в силе? Конечно. Спасибо. Звучит жутко. И давно это снится? Каждую ночь. Последние 3 недели. Никому не обращался за помощью? Сперва у меня был психотерапевт, но я решила, что это не для меня. Но ты не мог не думать насчет того, что эти сны имеют отношение к случившемуся? Женщина из снов не похожа на Беатрис. Нет, я о том, что твоя голова хочет избавиться от боли. Это же своего рода терапия. Тут дело совсем не в этом. Ты что-нибудь пишешь? Мне нечего сказать. Так напиши про сон. Ну, конечно. Мне написать ужастик? А что в этом плохого? Ужастик – это сексуально? Поэты всегда голодные и скучные. А, купила тебе это на день рождения, а потом ты исчез, так что… Лучше поздно, правда? С днем рождения тебе. Открывай. Это называется давление. Да ладно. Пиши ей список своих покупок. Или же проверяй экзаменационные работы. Ты же профессор, уже не помнишь? И хороший, так что... Ну, сколько можно грызть ногти? Пошел ты.
Уже соскучилась? Ты дома? Сэмюэл? Да, только зашел. Включи телевизор. Местные новости. Быстро. Зачем? Просто включи. Включай. Ладно, ладно. Ты видишь? Жестокое убийство потрясло тихий городок Болсбридж. Представитель полиции сказал, что изуродованное тело нашли на втором этаже дома. Оно лежало на полу в круге, нарисованном чем-то белым. Полиция считает, что здесь налицо все признаки ритуального убийства. Сейчас над телом работают криминалисты, чтобы определить, что именно там произошло. Сэмюэл! Слушай, смотри. Ее убили пару дней назад. Видимо, ее обнаружила горничная, пришедшая утром. Ясно. Эта женщина была итальянкой. Ее звали... Да, вот Лидия Горетти. Именно ее я видел во сне. Да, это она, 100%. Сэмюэл, а ты понимаешь, насколько это невероятно? Да. Ты увидел во сне то, что только должно случиться. Должно случиться. Это называется вещим сном. Ну почему я? Почему? Я даже не знал эту женщину. Я не знаю, но объяснение должно быть. Скоро разберемся. Не разберемся. Это не твоя гребаная эзотерика. Эта женщина мертва, и это не сон. И я видел, как все это случилось. А что ты можешь сделать? Только обратиться в полицию? И что ты скажешь? Привет, инспектор. Я знаю, что случилось с той итальянкой. Меня там не было, но мне приснилось. Ты понимаешь, как это выглядит? Как безумие. Белый круг. 1968 год. Стойте! Стойте! Кто вы? Нет! Стойте! Нет! Умоляю, не делайте мне больно!
Я вас не обижу, я вас не обижу! Что вы здесь делаете? Так, вы полицейский? Нет, нет, я просто... Я... Стоп, а вы кто? Вы воровка? Нет. Нет, я... Я видела, что стало с той женщиной из новостей. Вы ее знали? Нет, нет, нет. Так почему? Ну, а вы... Если вы не полицейский, то... Я просто пришел сюда. Значит, она вам тоже снилась? Есть еще кое-что. Идите за мной. Господи Боже. Не заметили изменений? Я поняла это, как только вошла. Чего-то не хватает. Вот эти полки. Это была дверь. Именно. У меня есть спички. Отлично. Сейчас. Спасибо. Держите. Господи. Странно, зачем ей держать здесь аквариум? Видите? Там что-то есть. Что это? Давайте узнаем. Вот тут какая-то надпись. Веделя бестепер. Это же Данте. Да, все верно. И убийца что-то искал. Вы же видели дома. Может, он приходил за этим? Она хотела, чтобы мы это нашли. Поэтому нам снилось одно и то же. Подумайте об этом. Сколько их было? Я видел двоих, мужчину и женщину. Вот черт. Надо убираться. Давайте. Быстро. Сюда. О, черт. Туда. Твою ж мать. Быстрей. Вы двое. Стоять. Стоять. А ну, стоять. Стоять на месте. Thank you.
Завтра в 7. К тебе уже очередь. Белый круг, 1968 год. Колледж Святого Иуды. Белый круг — это экспериментальный литературный кружок, который там собирался. Похоже, некоторые их темы были слишком эзотерическими, чтобы принимать их всерьез. Шекспир. Непостижимые сонеты. Никто не в состоянии их расшифровать. Включая самого Шекспира. Угу. Якобы ему их диктовала во сне некая темная дама. Угу. Мильтон. Моя специальность. Здесь он рассказывает о своей встрече с дамой по имени Герберия, где-то на окраине Флоренции. Mm. Утверждает, что это она вдохновила его на потерянный рай. Китс, Блейк. Их предостаточно, поверь. И каждый из них намекал, что входил в контакт с музами. Первая тебя позовет. Mm-hmm. Вторая заворожит. Третья солжет. Четвертая тебя накажет. Пятая все предскажет. Шестая тебя соблазнит. Седьмая скроется. Итого 7 дам. Да, древний миф о музах. И что? В общем, твои друзья из Белого круга зашли слишком далеко. Годами они публиковали свои теории в разных специализированных журналах. Сперва в академических кругах, потом в маргинальных культовых изданиях. И все они утверждали, что встречались с ними. Что это? Вдохновение, взятое из природы в форме женщины. Сверхъестественные создания непостижимого зла. Бессмертные ведьмы, заклинающие поэзию с помощью своих чар. Ладно. Так мы сможем найти этих ребят? Я позвоню в Беркли с нашей кафедры. Но мне уже надоело быть твоей секретаршей. М? Ты пошел в дом, не сказав мне. Нашел там сокровище в каком-то аквариуме. Но откуда-то появилась девушка и забрала его. Да вот-вот, а была бы там я, этого бы не случилось. Так ты поможешь их найти или нет? Ничего. Просто случайно нашла. Что-то случилось? Что? Не знаю, но ты странная. В каком смысле? Нет, сынок, просто... я очень устала. А ты сегодня на работу? Да, ненадолго. Но я скоро вернусь. Я обещаю. Mm-hmm. И знаешь что? Что? Это последняя ночь. Не вернусь туда больше. Правда? Никогда.
Фас! Откушу от тебя кусочек. В общем, их пятеро. Ли Барло, Мэтью Осман, Лоуренс Колберт, Барри Саттон, Герберт Рауш. Отлично. С ними есть связь? Погоди. Ли Барлоу всадил в себя нож 6 лет назад. 28 раз, если точнее. На глазах у семьи. Мэтью Осман. Странное заболевание, от которого гниют ткани, пока жертва не умирает. Врачи до сих пор не понимают. Барри Саттона нашли мертвым в портлендских доках. Этого бедолагу пожрало изнутри насекомое, неопознанное. Есть интересная деталь. На его теле нашли вырезанную ножом цитату Бодлера. Лоуренс Колберт сошел с ума. Зарезал несколько детей, идущих домой, у школьных ворот. Застрелен копами. И знаешь что? У него были татуировки стихов на спине. Итого, у нас не осталось ни одного свидетеля. Вот и все. Нет, 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 погоди, ты сказала... А что Герберт Раушен? В Беркли о нем нет записей. Им даже не знакомо его имя. С него полтос. Усек? Вышибай. Да. О, Рэйчел, какой сюрприз. Слышал, ты опоздала. Опять. Прости меня. Я чувствую себя неважно. Как жаль. И я тоже. Посмотрите, сколько дерьма мне надо принимать, м? Да. Но я не опаздываю. Нет. Ты сказал, когда я заработаю 200 штук, ты вернешь его мне. Это последнее. А что я скажу тем, кто привел тебя, Рэйчел? Проблема. Ведь с ними шутки плохи. Хочешь свалить? Ты, королева шлюх. После всего пережитого? Мы о тебе заботимся? Конечно. И не обижаем? Нет. Ну вот. Больше не опаздывай, Рэйчел. Никогда. Нет, 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 нет. Тихо, тихо. Ты попутала. Ты должна мне 150. Вспомни. Нашел что-нибудь? Вот. Профессор Герберт Раушен среди пропавших после кораблекрушения. Это неудивительно. Да. Данкуин. Это рядом, верно? Есть еще Данкуин в графстве Кэрри. У тебя есть доступ к базе ирландских университетов? Он мертв, Сэмюэл. Они все мертвы. Да, но посуди сама. Тело так и не нашли. Надо проверить, есть ли у него связь с университетом. Диссертации, публикации, доклады, да что угодно. Нужно попытаться обнаружить его. Я не знаю, хотя бы узнать, где он живет. А лучше спать ложись. Люблю тебя. Кушать подано. Налетай. Ино. Ино. Где же ты? Ино.
Ина. Ну как ты попала в дом, девочка? Легко через трубу. Я умею невероятные вещи. Убирайся отсюда, пока я не вызвал полицию. Но нам необходимо и магу. То, что ты нашел в аквариуме. Ведь он принадлежит нам. Да кто ты такая? Ты достал его из воды. Значит, ты и должен его вернуть. Таковы наши правила. Вали отсюда! Ина, что ты с ним сделала, тварь? Стоять! О, будь возможно, после долгой, долгой скорби. Горнова Рахель, Республика Молдова. Есть. Сэмюэл? Сэм? Черт. Сэм? Ты там? Сэмюэл, открой дверь. Сейчас, сейчас! Секунду, уже иду. Случилось? Прости меня, прости. Я просто. Ты в норме? Тут... Помощь нужна? Да. Зачем? Я просто убираюсь. Нашла что-нибудь? Знаешь, ты был прав. В 80-х Раушен уволился в Брауне и поехал в Европу. Сменил несколько работ в английских университетах, пока не оказался в Корке. У тебя есть адрес из архива Корка? Нет, там он жил в кампусе. Был еще адрес в Данкуине, но он его вычеркнул перед уходом. И на что это похоже? Мне кажется, он хотел скрыться. Он чего-то боялся. Ты нашла адрес? Давай я поведу. Нет, нет, нет. Я поеду один. Что? Сьюзан. Я думала, мы работаем вместе. Сьюзан, посмотри. Думаешь, это все совпадение? Те, кто приближается к этому, погибают. Я серьезно. Довольно. Хорошо. Но ты меня напугал. Делай, как я говорю, ясно?
Доброе утро. Меня зовут Сэмюэл Соломон. Я из университета. Я надеялся поговорить с профессором Раушеном. Профессор умер. Я знаю. Я к нему насчет белого круга. Входите. Меня зовут Сэмюэл Соломон. Хочу с вами поговорить о Лидии. Лидии Гаретти. Как вы нашли меня? Я нашел это фото в ее доме. Лидия мертва. Ее убили 3 дня назад. И чего вы хотите? Расскажите все, что знаете о ней, о вашем белом круге, о фальшивой гибели. И от чего вы прячетесь? Эти 7 коварных муз. Вы ведь пришли сюда поговорить именно об этом. Мы изучали их долгие-долгие годы. Мы были одержимы. Что это? Лидия записала это для меня. Небольшая демонстрация. Демонстрация чего? Их естества. Секунду, профессор. Вы намекаете, что... что Лидия была... Именно, мистер Соломон. Той, которая предсказывает. И используют поэтов, чтобы проникнуть в наш мир. Через вдохновение. Эти стихи абсолютно прекрасны, как и многие другие, верно? Но это ловушка. Что это? Выглядит вполне безобидно. Но она убивает всех тех, кого я любил. Друзей. Ребенка. Потом еще одного.
затем последнего. Всех забрали. Лидия, это не ваша проблема. Вам нужно бояться других, Сэмюэл. Дайте им то, что они хотят. Я вам очень советую поторопиться. Я не могу. У меня нет того, что им нужно. Тогда бегите. Самый большой, твердый и тяжелый объект в нашей... Собирай вещи. Нам пора. Куда? Я не знаю. Посмотрим. Но почему? Ведь это наш дом. Нет, малыш, не наш. Поторопись. Простите. Добрый день. Я хотел... Эй, мы закрыты. Да, привет. Я... Может, вы поможете? Я ищу девушку. Вали нахрен. Просто хочу узнать, где ее найти, чувак. Есть проблемы? Все в порядке. А ты еще кто такой? Я ищу девушку. Она здесь работает. Темные волосы, зеленые глаза, восточноевропейский акцент. Рэйчел. Ну, конечно. Рэйчел? Думаешь, ты первый ищешь ее здесь? Блин, офигеть, как ей удается сводить вас нет, с ума. Нет, 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 я не был здесь прежде. Мы встретились пару дней назад. Слушай, я просто хочу узнать, где ее найти. И поговорить с ней. Прошу вас, это важно. Ты парень со снами. Именно. Она говорила обо мне? Она в опасности. Я просто пытаюсь ей помочь. Пожалуйста. Хорошо. Она живет в дешевом квартале сады Святой Терезы. В последнем доме. Все, что я знаю. Благодарю. Земля. Вот здесь. Что ты делаешь? Собираюсь. Нет, я про одежду. Собирай одежду. Но я не могу оставить свои вещи. Я куплю тебе другие игрушки, обещаю. Но мне не нужны другие. Так выбери одну, самую любимую. Вот эту. Нет, слишком большая. Тогда эту. Можно? Не видишь, это еще больше. Привет, Рэйчел. Забыла, кто поселил тебя здесь? Беги в спальню. Живей, живей, быстро! А он очень послушный. Явно не в тебе. Чего ты хочешь? Я тут искал твой паспорт. Типа собирался сдержать свое слово. И прикинь, я его не нашел. Пожалуйста, только не трогай моего сына. Что? Детка, кто я, по-твоему? А? Я не чудовище. Сегодня я пришел с миром.
Сегодня ты придешь в клуб. Мы с тобой выпьем то да сё. И все забудем. Да? Но сначала нам с тобой, красотка, надо поговорить. Попробовать разобраться. Не надо! Не надо! Умоляю! Умоляю! Я научу тебя! Помни добро! Давай вместе разберемся, как тут все устроено. Ребята, я ищу девушку. С темными волосами и очень красивая. А вы коп, да? Ты ее знаешь? Делай, что тебе говорят. Трахайся с каждым, на кого я укажу, Рэйчел. Иначе сыну будет больно. Ведь ты этого не хочешь, правда? Знаешь ее? Из-за тебя слишком много хлопот, а я их не хочу. Ты понимаешь меня? Ты понимаешь меня или нет? Получай! Это Сэмюэл. Мы виделись в доме Лидии Гаретти. Рэйчел! Рэйчел, я знаю, ты там! Мама. Рэйчел, я тебя слышал. Я знаю, ты там, Рэйчел. Рэйчел? Он хотел убить нас. Что? Спаси нас. А вы полицейский? Нет. Ты не первый, кто меня спрашивает. Я похож на полицейского? Да нет, не особо. Знаете, кем я хочу стать, когда вырасту? Нет. Кем? Я буду астронавтом. Ну, или астрономом. Отправлюсь на Юпитер. В экспедицию. Вы знали, что туда еще никогда никого не посылали? Они ждут, когда ты подрастешь. Чтобы ты был первым. Все, дружок, пора спать.
Он уснул? Кажется, да. Спасибо. В общем, тот человек... Я не хочу этого знать. Я не знаю, кто ты, Рэйчел. И не хочу знать. Мне нужно лишь это. Я заберу его. Но ты помог нам. Ты мог вызвать полицию, а мог забрать это и просто уйти, но... Ты привел нас сюда. Ты хороший. Скорее испуганный. Вот какой я. И немного грустный. Почему это так важно, Сэмюэл? Я лишь знаю, что кое-кто готов на что угодно, чтобы его вернуть. Это же те, кто убил Лидию. Все это не важно. Та женщина хотела, чтобы мы его нашли. Если она этого хотела, отлично, мы нашли. Я хочу его вернуть. На этом точка. А что потом? Я убила человека. За мной придут, Сэмюэл. Уезжайте. Черт, но я не могу. У меня ничего нет. И мне некуда идти. Но у тебя есть сын. Ты можешь изменить свою жизнь. Ну, а ты как? Мне пора. Ты же не вернешься, верно? Останься и никому не открывай. Я вам кое о чем не сказал. 2 месяца назад Лидия прислала мне письмо. Я очень испугался, потому что она давно исчезла. Думал, в ее словах будет что-нибудь. Да, но, профессор, я рад, что вы звоните, но я... Вы не понимаете. Мне кажется, Лидия знала, что вы придете ко мне. Мне кажется, письмо было для вас. Профессор, все уже закончилось, я достал... Снова здравствуйте, профессор. Профессор... Какой ужасный день.
Здравствуйте, Сэмюэл. Мы вас очень ждали. И кто вы? Та, которая заворожит. Кто-то зовет меня Герберия, но это как-то претенциозно, не так ли? Можете звать меня Жаклин. Французское имя. Нравится? Нет. А вы высокомерны. Это не подобает поэту. Но я не поэт. Отказавшийся писать. Какая жалость. Если бы только знали, чего лишились. Даже одна строчка Кавафиса с легкостью вызовет сильнейшее воспаление и невыносимый жар. А короткая строчка Неруды взрывается, как атомная электростанция. Пум! Поэзия может творить чудеса. Я пришел сюда не фокусы смотреть. Нет, конечно, нет. У нас с вами небольшое дело, верно? Сперва пообещайте, что не навредите нам. У вас какие-то условия? Прекратите пить виски, мистер Соломон. Девушке и ребенку. Только им. Я отдам вам эту штуку, а вы о нас забудете. Навсегда. Я хочу его видеть. Пообещайте, и я его отдам. Обещаю вам. Это не имаго, Сэмюэл. Это скорлупа. Что? Так вы пришли сюда обмануть нас, мистер Соломон? Но это вас обманули. Мне кажется, вам не стоит доверять этой девушке. Пощады не ждите. Сэмюэл? Рэйчел, открой дверь. Кто там? Ты знаешь, кто я. Пожалуйста, открой, им нельзя меня видеть. Лидия. О, ты начинаешь вспоминать. Но ты... Нет, это невозможно. Я видела твой труп. Все должны были поверить. Зачем? Ты забыла, но скоро вспомнишь. Мой ребенок. Нет, нет. Нет, это не из-за твоего ребенка. Это же была отговорка ради тебя. Ты другая. Ты всегда была другой. Ты можешь чувствовать, как никто... Никогда не сможет. Поэтому тебе завидуют. А как же ты? Я же с тобой. У нас есть план. Ведь поэтому я здесь. Ты скоро вспомнишь. Но как же нам повезло, Рэйчел, что он такой ничтожный. Сэмюэл. Жаклин озадачена.
не понимает, при чем здесь этот писатель. Ты звала его во снах, как ты звала меня. Да, верно. Какая я забывчивая. Так кто ты? Которая лжет. Как видишь, у меня мало практики. Чего ты хочешь? Ты прекрасно знаешь, чего я хочу. Но тебе же нельзя. Ты не заберешь это у меня. Я помню правила. Правила? Ну, конечно. Которые ты не соблюдаешь. Вот только я здесь не поэтому. Мама! Иди обратно в постель. Теория поэтического вдохновения. Шесть? Но почему шесть? Сколько же долгих лет я тебя ждал. Тайны надо хранить, профессор. Вы-то должны были это понять. Не трудитесь, профессор. Это Йейтс. Он вас обездвижит. Живете несколько часов, я вам обещаю. Ведь мы не хотим, чтобы вы что-то пропустили. В книге «О граде женском» Кристина Пизанская предостерегает о семи женщинах, которые посещают придворных поэтов. Поэты и музы. Забрали моего сына. Как это? Им необходима эта вещь. Почему ты не отдала ее мне? Я не смогла. Я все вспомнила. Я тебя не понимаю, о чем вспомнила? Кто я такая? Мой мага. Он есть у каждой музы. Это наша сила, наша память. Вот это и есть вечность.
Без него мы лишь куски плоти. Я же их видел, Рэйчел. А ты совсем не такая. За это и ненавидят. Они ненавидят все, что похоже на людей, ведь сами на это не способны. Но я могу любить. Они ждали шанса изгнать меня веками, искали любой повод. И это случилось. У нас есть жесткие правила. Их сотни. Например, нам запрещено рожать детей. Теперь они нашли повод. Они могли убить его и дать мне умереть как человеку, но нет. Им нужно больше. Они опустошили его и спрятали. Я все забыла, потеряла всю свою силу. И они продали меня тому гаду. Но моя вечность осталась невредимой. И это наказание не закончится. Но Лидия вернула и мага. Она тоже была другой. По-своему. Всегда хотела помочь мне. Видимо, они как-то узнали и поэтому убили ее. Этого не может быть. Способ один. Это ритуал. Тот самый белый круг. Лидия видела будущее. Направляла нас с самого начала. Но почему я? Может, думала, что мне нужна помощь. Она бы не выбрала меня. Я бы тебя выбрала. Нужда и слабость больше не вольны повергнуть нас в убогий плен. Кто ты такая? Которая соблазняет. Но они снова тебя накажут. И убьют меня, я в этом уверена. Ведь пока у нас есть и маг, я точно буду жить. Я забрал его, а мне и возвращать. Таковы правила. Сама подумай, только он защищает нас. Что? Седьмая муза. Скрывающаяся. Мы ее даже не видели. Самая жестокая и самая опасная. Но еще самая слабая. Умрет она, умрут и они. Поэтому прячется. Где? В хранилище. Никто не знает, что это. Постой. Лидия. Может, она знала? Не думаю, про это она бы нам как-нибудь сказала. А что, если сказала? Это логично. Лидия знала, что за ней следят. Поэтому говорила загадками. Поэтому послала письмо Раушину. И спрятала снимок в рамке. Специально привела тебя к нему. Останешься здесь. Профессор. Эй! Профессор!
профессор. Выслушайте меня, я... Вот ты и попался! Я тебя прикончу! Я не могу остановиться! Помогите! Прошу! Спасите! От страшной боли мое сердце замереть готово. Они бы его забрали. Там ключ. Они в пресветлый мир ушли, а я остался всей ее доли. Светла их память в той заоблачной дали, мне ж мысли проясняет горе. Мысли проясняет горе. Мне ж мысли проясняет горе. Это Мильтон. Я в этом уверен. Это должно что-то значить. Я не знаю. Но знаю, кто знает. Мощный циклон проходит в эти дни по северу территории. Он принесет метели. Открыто. Западным соседям поступает в эти дни. Вот черт. Антициклон с прохладным северным воздухом подарил жителям центральной страны солнечную погоду. Но температура пока невысокая и держится на несколько... Сьюзан! О, Господи! Не надо, Сьюзан, прекрати это! Вот черт! Вот черт, что с тобой сделали? Когда это с тобой сделали? Боже мой, что ты делаешь? Прекрати немедленно! Прекрати! Прекрати, хватит! Хватит. У нее что-то на груди. Посмотри. Что там написано? О, Роза, ты больна. И что это значит? Что она пожрет сама себя. Нам нужно придумать, как остановить ее. Мы ничего не сможем. Ты остановила медбрата, придумай! Я не остановила, а убила его. Хочешь это повторить? Может, мы вырежем это? Что? Бери нож, быстро! Вряд ли получится. Иди на кухню в конце коридора. Принеси, что найдешь. Поторопись! Поторопись! Сьюзен, прошу, прекрати. Остановись! Не дай касаться!
Возьми ее руки и крепко держи! Ты в этом уверен? О, Господи! Нет! Придется ее связать. Чтобы не покалечилась, принеси что-нибудь. Поторопись! Прости, мы не позволим тебе сделать это с собой. Мне так жаль. Мне так жаль, Сьюзан. Сейчас все готово. Хорошо. Хорошо. Поворачивай. Дай мне руку. Молодец. Вот так. Вот так. Молодец. Вот так. Все получилось? Чуть-чуть. Сейчас отнесу ее на кровать, все будет хорошо. Ладно? Помоги мне. Быстро. Начали? Вот так. Ладно. Спокойно. Расслабься. Все будет хорошо. Только дыши. 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 Молодец. Ей нужно вызвать скорую. Поедет в больницу. Там ей это удалят. Не выйдет. Они не поймут, что это. Как только ее выпишут, она начнет снова и не остановится. Мне жаль. Побудет в безопасности. Ее накачают снотворным. Она может нам помочь. Ты должен показать ей стихи. Пойми, у них мой сын. Они способны на все, что угодно, я умоляю. Позвони в скорую. Хорошо. Сьюзан, мне нужна твоя помощь. Я знаю, как тебе тяжело, но мне нужна твоя помощь. Ты должна сказать, что это значит. Они в пресветлый мир ушли, а я остался всей ее доли. Светлая их память в той заоблачной дали, мне ж мысли проясняет горе. Это Мильтон, верно? Ты же эксперт, ответь мне. Скажи, что это? Нет. Не Мильтон. Что? Воин. Их так часто путают. Стихи, Сьюзан, что они значат? Что они... Отпусти. Отпусти. Сьюзан, пожалуйста. Прости меня. Отпусти. Отпусти. Прости, Сьюзан. Стихотворение, что оно значит? За завесой. Сьюзан? Скоро будут. Что она сказала? Ничего. За завесой — это название стиха. Но почему она не написала адрес, если хотела что-то сказать? Постой. За завесой. Конверт. Вот адрес. Бортрейн. Сумасшедший дом. Палата 1007. Это то место. Я знаю. Это в Дунабейте. Лидия писала туда полгода назад. Но там закрыто уже много лет. Так чего мы ждем? Нет, нет, скорее. Нет. Нам надо дождаться врачей. Надо спешить. Я не оставлю ее в таком состоянии. Она моя подруга. Я подожду снаружи. Держись, скорая уже едет. Они скоро будут. Слышишь меня, Сьюзан? Все будет, как раньше, обещаю. Веришь мне? Я вернусь в университет. Как ты и хотел. Я могу ей помочь. Но надо вспомнить. Как? Не уверена, могу попробовать. Оставь нас одних. Хорошо.
Сьюзан! Попался. На вашем месте я бы туда не ходила, мистер. Вам не понравится. Сэмюэл, уйди оттуда! Психиатрическая лечебница Бортрейн. Хочу их уничтожить. Хочу, чтобы они все сдохли. Хранилище. Что бы то ни было, это находится там. Там она прячется. Нужно быть готовым. Что будет, когда она умрет? Они умрут. Ты тоже? Мой сын будет жить. Надо торопиться. Они скоро нас найдут. Палата 1007. Нет. Нет, нет, нет. Обещай, что будешь любить вечно. Что такое? Ну и что это? Это ты. Что? Хранилище. Это ты. Что? Она сейчас внутри тебя. Нет, Рэйчел, достаточно. Лидия, я ты знал. Ничего не понимаю. Значит, только ты был на месте. Теперь все сходится. Нет, нет.
Сэмюэл. Достаточно. Сэмюэл, стой! Кто это Сэмюэл? Скажи мне! Вспоминай, как вы познакомились. Она не просто так появилась в твоей жизни. Она заставила тебя влюбиться в себя, а потом ушла. Почему так случилось? Ты для нее идеальное укрытие. Ты идеальное укрытие для нее. Нет! Нет! С тех пор она внутри тебя, Сэмюэл. Она в твоем сердце. Я хочу вытащить ее из сердца. Я знаю, как это сделать. Но я должна знать, как это случилось. Это хороший выбор, Рэйчел. Нас ждет самая печальная сцена для самого печального финала. Что это за место? Это здесь. Это случится здесь. Что это? Лидия. Что ты ищешь? Да, это подойдет. Что ты делаешь? Помоги. Оторви это. Белый круг. Давай. Ты мне понадобишься. Иди за мной. Что я должен сделать? Мы ее обманем. Нужно ее выбрать. Да. Сними пальто. Если хранилище в опасности, если на твоем теле рана, то она сразу уйдет. Дай руку. Действуем быстро. Как только она выйдет, то почувствует опасность и разъярится. Нужно заключить ее в круг. Это сразу ее обездвижит. Значит, момент настал. Сэмюэл, тебе придется убить ее. Иного пути нет. Вот черт. Я не хочу твоей смерти. Пообещай заботиться о моем сыне. Всегда. Обещай его любить. Пожалуйста. Черт.
Ты должен держаться. Пожалуйста, пожалуйста, умоляю тебя, только держись. Нет ни ума, ни слов во мне. Нет слез во мне. Нет слез. Убей ее. Она же врет тебе, Сэмюэл. Она не знает, что у нас было. Не слушай ее. Убей ее. Посмотри на меня. Это же я. Милый, ты уже не помнишь? Убей ее. Не надо, не делай этого. Убей ее. Не слушай ее, ну, пожалуйста. Давай же. Любовь моя. Ты не Беатрис. Нет, ты не говори так. Ты не Беатрис. Все это было ложью. Ну, моя любовь не так проста. Ведь я многое одновременно. Нет, 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 она лжет тебе, Сэмюэл. Она лжет тебе. Потом... Убей ее. Я могла выбрать кого угодно. Она тебе лжет. Но я выбрала тебя. А знаешь почему? Не слушай, просто убей ее. Потому что любила тебя. Нет, 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 нет. И ты это знаешь. Нет, нет, она тебе лжет, посмотри на меня. Помнишь, ты мне обещал, что будешь любить она меня вечно? Не что? Слушай. Почему? Это ложь. Убей ее. Я удивлена. Я не думала, что ты зайдешь так далеко. Мама! Малыш! Пожалуйста, отпустите его. Нет, Рэйчел, ведь правила изменились. Ты отпустишь ее, и твой любимый сын проживет чуть дольше. Мы пришли за Имага, не забыла? Сэмюэл никогда не отдаст его вам. Сомневаюсь, что у него есть выбор. Финал истории уже написан. Отдай нам Имага, и перевернем страницу. Мама! Мама! Прими же свою судьбу, Рэйчел. У меня на тебя есть невероятные планы. Сэмюэл, не делай этого. Хочешь оставить сына одного в этом бездарном мире? Это будет плохой финал истории, согласна? Я просто не могу придумать лучше. Убей ее. Сейчас. Так заканчивается эта история. И нет ее печальнее на свете. Как и все истории, однажды
она забудется. Все, что останется, лишь след чернил на листе бумаги. Но я знаю, что это было. И она была настоящей. Сэмюэл! Я знаю, что однажды мы найдем способ ее вернуть. Поэзия способна на невероятные вещи. Муза смерти. Фильм дублирован компанией Bright Production по заказу Cinema Prestige в 2018 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбаченко. Роли дублировали Александр Коврижных, Лина Иванова, Маргарита Корж, Андрей Гриневич, Ольга Кузнецова, Иван Породнов, Ольга Голованова, Алена Созинова, Татьяна Абрамова, Антон Багдасаров, Екатерина Мирошникова, Владимир Рыбаченко.